Будем прислушиваться к совету, присматриваться, точнее. Говорят, отключить ночное зрение. Ну, давайте отключим. Долгая перезарядка достаточно. А я их с тыла обойду сейчас. Я уже обошел их с тыла, точнее. Заквасил их тут всех просто на фарш. А, затвор не обязательно передергивать, смотрите. Блин! Какого хрена? Ну ладно, бляха-муха, все заново. Пипец. Ладно, погнали. Лучше, наверное, не спешить тогда. А я чуть ни хрена никого не вижу. Как лох слился. Честно вам скажу. Да ёп! Я жду, когда грена рванет. Кто там сверху палит? Голубчики. Все, нет голубчиков, сняли мы их. Идем дальше. Следуем за Прайзом. Опять мы с Прайзом. Юрий, во, я Николай говорю. Юрий нашего чувака зовут. Так, не туда. Так, сейчас. Сейчас взрывать будем, наверное. А, Трак. А я думал, Трук его зовут. Ну, без разницы. Лично для меня. О! Да я. Почему? Я тоже так хочу. Почему иногда затвор передергивает, иногда нет? Непонятно немного. Вообще мне непонятно, даже я бы сказал. Так, тут сортир ссаный. А вот там вот плохой русский побежал. Ну, пожрать что-нибудь можно, нет? Ну ладно, погнали. Давайте за этими лучше, за нашими. Не будем отставать от них. Так, с гранатами больше не рискуем. И пока что. Бабахнем. Да вроде попадаю, нет? Все, можно перелазить. Так. Патрончиков до хренища пока что. Я правильно иду-то или нет? Вроде да. Насколько мне кажется. Опять дверь. Откуда ты знаешь-то? Принято, Сэндман. Мы пошлем вам предатора. Предатор. Надеюсь, я бомбить буду. Свет! О, да. Сибирь, да? Или что это там я забыл? Так. Круто. Так, а что делать? Отстреливать, да?
прыгаем. Вау. А, это наши. Бумер. Бомби по ним. Так, ну, здесь стресс. Это даже я... Какого хрена здесь дом строит, или что это вообще? Это скорее похоже на какой-то кратер по добыче алмазов. В смысле... Да, люди добывают алмаз. Алмазы. Такой же роют. Такую же хреновину роют. Строй площадки, нам говорят, пробиваться. Смотрите, чтобы Брайза не завалили. Если вот так сделать. А почему машина не взрывается? Обалдеть их тут. Дикий зажим. Да ёб твою, кто палит так знатно? Вот там, ребятушки. Ай. Вроде не страшно было. Так, снежок. О! Ну-ка. Ну-ка, давайте. Он пофиг вообще. Что за музыка заиграла? Торжественная какая-то. Беспилотник сбили ракетой, говорят, да? Давай офигели. Какой гад попал в меня. Вроде взрыв не сильный, как я так погибаю? Наверное, покоцали меня. Ух ты, ух ты! Это чё было? Обалдеть. Это вообще чуща было. Кто так палит-то, я не пойму. Да чё за... За прайцем бежим. Вот тут адекватный. Вроде бы. Более-менее. Давай-давай-давай. Побежали-побежали. Да? Двоих, да? В нежном объятии. Ладно. Так. Почему я не готов? Они офигели, что ли? Да, нам туда. Так. Надо спасти там президента, наверное, да? Бляха ты, муха. Эй, ну его же сейчас увезут. Ёпар. Чё за пипец? Подожди, я не понял. Я мне показалось, или меня кто-то справа там гасил? А вот хрен его знает.
Мне просто показалось, что там... Чё за пипец? Наверное, по справу просто удар был. Всё. Вот еще. Ну вот сейчас вроде более-менее безопасно. Быстрей! Быстрее, максимально быстро. Откуда у тебя такой шнурок длинный? О, эти уже тут. Спасти. Ну, сейчас спасем. Да я бы добежал, честно говоря. Ну ладно, не буду. Да ёб, как они достали. Мне они, походу, с гранатомета уже начинают всаживать. Да, гранаты свои самые засуньте себе в задницу. Так. Блин. Вот кто мне так всаживал в тот раз тоже. Надо прятаться, а то еще сдохнем. А это что, не усиленная сталь? Так. А может отойдешь хотя бы? Так, президент у нас зелененький. Так, президента не замочить, самое главное. Беги! Ага, у нас президент. Заложников. О! Нормально! Только бы бочки еще поставили сюда. Не понял, куда нам надо? Что-то там ждать кого-то. Мы держимся. Это вы им скажете, держитесь. Это они тут кое-как. Все, погнали. Все, бомби тут все, баба. А кто бомбит, я не пойму. Что это такое вообще? А, Юрий! Юрий, не забудьте, ему медаль положена. Дымовуху киньте вы. Неужели они попасть не могут в меня? Не, я никого не вижу почти. Откуда же они тут все понабежали-то? Ничего не видно. Как будто это самое. Ну, мышку сложно еще поворачивать. Все, все. А это сидит тут нормально такой, спокойный. Нет! Там наши еще остались.
Нет! Нет, нет, нет! Ребятки, не хочу вас бросать! Все, видите, белый свет. Значит, мы уже в лучшем месте, друзья. Мы идем в розовый сад, где господин президент и российский премьер-министр Варшевский проводят пресс-конференцию, заявляя о завершении конфликта. В этот исторический день представители двух великих наций пожимают друг другу руки. Война прекрасна в своей простоте. Весь секрет в том, что надо бить врага. Дерзай, и мир прогнется. Отныне мы будем стремиться к миру с той же целеустремленностью. Как быстро люди забывают о том, что весь ход истории может измениться по воле одного человека. Кто это? Заключенный 627. Я иду за тобой, Макаров. Разве вы не слышали, Прайс? Говорят, что война окончена. Что Макаров зелененьким подсвечивается. Как она кончилась для капитана Мактавиша? Скажите, Прайс, он быстро умер. Я разрушил ваш мир на кусочки. Найти вас — это только вопрос времени. Долго искать не придется. Да. Вот так вот. Ого, какая броня-то. Прайс, похоже, они знают, что мы здесь. Я подключился к их камерам. Макаров и вестибюль на верхнем этаже. Вот и все. Макаров отсюда живым не уйдет. Так, стоп, это Юрий. Это все. А я тогда за кого играю? Это за Суба. Обалдеть.